Друзья, привет! У меня лопата, и больше ничего у меня нет. Мы идем на поиск с одной лопатой. Удивительно. Конечно, удивительно. Знаете почему? Сейчас покажу. Всем привет. Вот он, всем привет. У нас металлоискатель. Мишка по-боевому оделся. Мы идем в лес. Дожди у нас не перестают. Ну, осень, что вы хотели. И вот сейчас мы зайдем по тропинке дальше в лес. Встанем и будем искать. Будем их? Будем. Мишка сегодня первый раз с этим металлоискателем. Ну, то такое дело. Все всегда первый раз случается. Скажи. Ага. Ну, сильно хочется им. Итак, пришли мы в лес, облюбовали себе полянку. У нас нет никаких карт, никаких привязок. В этом лесу я уже не раз искал. И гильзы, конечно, и война здесь есть. Ну, находил и монетки. В общем, смотрите. Как я уже говорил, очередной выход у меня с фирмой, с металлоискателем фирмы Garrett. Апекс. Для Мишки это первый выход. Первый? Да. Все. В общем, смотрите, сейчас мы сделаем под Миху штангу. Потому что штанга сейчас под меня сделана. Очень много на канале вопросов. Какой купить металлоискатель бюджетный? Какой лучше? Вот я уже рассказывал и еще расскажу вкратце. Фирма Garrett, это американская фирма, никогда плохие металлоискатели не делала. У меня была Аська 250, я с ней ходил 6 лет. Она меня ни разу не подвела. Вот, и поэтому я, ностальгируя, купил себе такой прибор. Это супер Аська, это улучшенная версия. Есть баланс, отстройка баланса грунта. Есть отдельно звук железа на этом приборе. Есть включить мультичастоту, то есть можно ходить по морскому пляжу, по солевым таким, по сложным грунтам, связанных с солью. В общем, 4 частоты, 5 кГц, 10, 15 и 20. В общем, прибор стоит внимания и недорого, это правда. За такие деньги лучше вы точно не возьмете. Можно взять дешевле, но там не будет таких функций. Где-то не будет работать в соленой воде, в соленом грунте, где-то не будет отстройки от грунта. В общем, а это, ну, Garrett, как я уже сказал, плохие приборы не делают. В общем, мы сегодня будем копать с Garrett Apex. А копать будет именно Михаил. Итак, Миха, смотрите, я уже об этом сказал. Это плюс Apex'а в том, что вот эти отверстия для регулировки длины штанги расположены до такой степени близко друг от друга, что можно отрегулировать прибор на любую длину. Сейчас мы под Мишку. Мишка у нас 1,50 м. Так, а ну-ка давай вот так попробуй. Может, еще немножко нужно? Еще и левша у нас, Миха. Ну, то такое дело. Еще немного? Или тебе удобно? Ну, или уже я... нормально. Давай на одну сделаю меньше, потому что у тебя длинновато все равно. Будем искать с тобой. Включай. Так, у нас программа, давай я вытру. У нас программа, я в прошлый раз ходил, так мы и будем ходить. Программа Zero, все металлы, чувствительность на -1. И частота у нас, сейчас мы посмотрим. Быстро пробегимся. В общем, звук 5, железо звук 3, 20 это килогерц, и 5 канал это стандарт. Теперь смотри, проверяй. Вот здесь есть что-нибудь? Нету, да? Нет. Давай отстроимся. Для того, чтобы отстроиться, вот эту кнопку нажимай и качай прибор вверх-вниз. Нет, нажми и держи, и держать. Да ну, давай. Держи, держи, не бросай. Бросай. Все, 90. Все, мы отстроились. Вперед. Сейчас, Мих, подожди, я вот это все. Короче, друзья, я сегодня буду в перчатках. И с пинпоинтером, и с лопатой. Друзья, я пока вот здесь перчатки одевал, готовился, а Миша уже что-то нашел. А ну. Все. А теперь смотри, целеуказатель. Вот когда вот так вот делаешь, так. Смотри, чуть теперь катушечку в сторону. Угу. И теперь как бы приближайся к этому сигналу. Ближе, ближе, ближе. Вот, видишь, стабильно началось. Я уже понял, что на этом приборе, это значит, вот здесь сигнал. Вот эта часть, вот здесь сигнал. Понял, да? Вот и дальше, а теперь так.
Еще раз. О, вот тут нормальный сигнал, но такой он крякающий, да? Угу. Все, буду копать. Давай. Еще раз покажи, где. Обозначь мне цель. Убирай. Так, ну так, друзья. Первый на сигнал. Грунт здесь хороший, копается легко. Проверяй ямку сразу. Не-не-не, маши точно так. Все, мы его выкопали. Давайте я буду. Миша только будет я искать. Уже, кажется, что-то там... Фольга, друзья. Дай сюда. Фольгу? Да нет. Тоже надо? Да нет. Все. Первый сигнал, фольга. Мы сейчас дальше зайдем в лес. И все у нас закапываем будет. Ямки. Да, ямы, правильно, Миша. Ямки закапываем. Вот так. И все. И пошли дальше. Проверяем, ничего больше нет. Молодец, правильно ты делаешь. Пойдем дальше. Пойдемте дальше. В общем, я на лопате и с пинпоинтером. Миха у нас сегодня серьезный поисковик. Левша. Ну так нормально. Трава это, ну ничего страшного, мешает, конечно. Вот так, а ну не спеши, вот здесь перепроверь. Во, еще. Маши, 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 не води, а вот так, да, вот такие взмахи нужно делать. Нет, пойдем дальше. Это ты привык к пинпоинтерам, что не обязательно. Да. То всегда я на приборе, а Мишка с пинпоинтером, а теперь нет. А теперь Михаил, а я вспомогающий. Не-не, то... Вот так. А ну еще вот здесь проверь. Трава влажная. Нету, пойдем дальше. Ничего? Давай дальше. Ну, это железо черное. Ну, давайте копнем. Так, теперь на пинпоинтер. Нажми на пинпоинтер. Где? Вот это вот кнопочка. И нажми и держи. Все, а теперь води. О. Вот здесь. Все, убирай. Прибор, кстати, влагозащищенный. И вот такого мелкого дождя. Не он, боится. Да, он не боится. Его, конечно, в воду опускать нельзя. А ну проверяй яму. О, видишь? Mm-hmm. Выкопали? Mm-hmm. Все, давай. Ох и Миха, привык на пинпоинтеры. Правда, вторым номером работать. Ничего-ничего. А как ты хотел? Привыкать нужно к прибору. Ну, что, как мне выпало что-то? Выпало. Снимай. Миха, ну проверь, то выпало, не могу найти теперь. Ну, вот так, раз. Сейчас я отойду. Вот здесь, а ну убирай. Ну. Вот. Ну, как думаешь, что? Зачем мы охотимся? Ну, Миш, мы ходим просто-напросто. Такие. Между прочим, это пуля. А ну можно с ней? Конечно, можно. Это пуля, Миш. Смотрите, друзья. Старая пуля. Смотри. Заржавела. Не, но она просто уже давно лежит. Ну, я понял, но я же говорю, что... Видишь? Угу. Это пуля. Будешь снимать? Да. Все, Мишка, в Мишке, кстати, есть ТикТок. Как называется? Это ссылка, ссылка в описании. А, да? Ну, давай оставим ссылку в описании. Мишка открыл ТикТок, связанный с каналом. Но это пуля, друзья, у нас. Все? Поздравляю. Пойдем дальше. Потом снимем, когда все находки уже снимем. Хорошо? Угу. Все, давай. Ямку закапывай. И мы продолжаем. Первая пулька. Что там? Вот так бывает. Иногда металлоскатель берешь, а там уже сигнал. Не-не-не, тот просто он это. Все, закапывай яму и идем дальше. Пока Мишка там ходит, я тут гриб нашел. Поганка, Мих. Поганка? Да. Бледная причем.
Видите? Что там у тебя, ничего? Пока что нет. Ну давай, давай. Что там? Сигнал? 74, 94. Ну, здесь, видишь, люди, свиньи отдыхают. А ну, еще? Какой сигнал? Какой звук? Нет, нет, ты пока ничего не делай. Ты просто покажи мне, какой на мониторе. Давай. О, 92. Ого. Сейчас. Будем откапывать? Конечно, подожди. А ну, еще раз обозначь, где? Сейчас, погоди. Обознать где? Сейчас, погоди. Погоди. Нет, зачем пинпоинтер? Не надо пинпоинтер. Сейчас мы возьмем, все, не спеши. Убирай. Нет, ты вот здесь, вот не где-то здесь, а чисто мне покажи. Вот как я учил. Можно вот так. Все, убирай. Вот тут вот вначале. Ну, это еще туристы тут могут отдыхать, конечно же. А ну, проверь яму. Так, глубже, значит, не туристы, а может и туристы что зарыли. А ну дай, не-не, вот так нужно проверять, Мишенька. Может, возможно, я и промазал, бывает такое. О, как мы и думали, Миха, это туристы. Да. Ну, а как ты хотел? Сейчас мы даже посмотрим, может, нам какой-то... Ну, смотри, какой высокий звук, да, консервная банка. Ты 82. Вот так делай. О. Руса туриста. Облика Мурали. Да, Мих? Mm. Сейчас мы откроем ее и посмотрим. А вдруг кто-то что-то клад зарыл? Может такое быть? Да, конечно. Сейчас мы год почитаем. Какой год? 79-й год, друзья. Yeah. Да, год выпуска. До 79-й. Конечно. Нет, конечно. Это только на следующий день, на следующий год, вернее, Олимпиада была, Мишка. Была Олимпиада в Москве. Олимпиада 80. Еще знаешь, талисман кто был? Mm. Талисман был на Олимпиаде. Мишка! Правду говорю? Не, я это знаю. Пять колец было. Интересная тогда такая. Все, пустая консервная банка. Конечно же, мы забираем. Да, яму закапаем и будем идти дальше. Ямку закапай. И так глубоко, знаешь, чтобы ага. Никто не нашел. А ну, закапай, закапай. 72. Закапай, закапай. Вот смотрите, Мишка закапывает яму, металлоскатель поставил. А ну. Так, теперь пинпоинтером. Вот здесь цель. И давай. Отводи немножко. Нет, нет. Смотри. Во, видишь? Вот так вот делай. Раз, 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 ничего, ничего. Видишь, появилось. Где самый большой сигнал, значит, вот здесь что-то зарыто. Вот, я даже консерву еще не успел... чехол положить. Может, тоже консерва. Может, и консерва. Проверь яму сразу. Вот, во-первых, тут кучу. Все, мы достали их. Сейчас пинпоинтер возьмем. Секунду. Вот. Где? А, у тебя пинпоинтер. Понял, я забыл. На. Пуля. Нет, это гильза, Мих. Гильза, ну. Вот первое. То пулю мы... Консерва. Да, вот здесь консерва, друзья, вот. А вот здесь гильза. Класс? Класс. Ну, вот так. А тоже в земле глубоко. Ну, да, вот такая вот. Это, Мишка, гильза Великой Отечественной войны. У нас была война. Вот Олимпиада была в 1980 году. А Великая Отечественная война у нас в 41-м началась и в 45-м закончилась. А ну можно я прям тут сниму? Конечно. Я просто хочу снимать это. Давай. Здесь находки. Все, Миха для ТикТока будет снимать. Ну, ссылочку, друзья, я оставлю здесь на Мишкин ТикТок. Если кому интересует, подписывайтесь, хорошо? Все, договорились. Мишка будет снимать сейчас находку. А мы потом продолжим с вами. Все, Миха в ТикТок отснялся. Давай, закапывай яму. 41, 21? Нет, то уже эти. Закапывай яму и пойдем дальше сюда. Продолжаем? Куда? Да, вот можно сюда, куда хочешь. Давай. Давай. Я слышу. Все.
Не-не-не-не, тут и далеко, брось. А может что-то большое лежит. Брось, брось. Ты вот так вот. Не нажимай пока. Угу. О! Видишь? Угу. А теперь вот тут пинпоинтером. Раз, нажимай. В общем, где-то здесь. Убирай. У нас очередной сигнал. Давай. А ну, вот тут кучу. Все, выкопали. Итак, да, высокий сигнал. Ну, возможно, очередная банка. Или, может быть, и гильза. Не пойму. Что мелкое. Да, что-то совсем маленькое. Да. А ну еще раз металлоскателем. Что-то я не... Убирай. Это что ж такое? Что это? Монета, что это? Мы ее по кругу волокли. Смотри. Прочешь, вот, нет? Это российская монета. Российская? А нет, сейчас, подожди. Одна копейка СССР. Копейка СССР? Да. Ну, какой год? Ну, подожди, я... Это что-то она большая для копейки. 1900. Да, я очки одену. Сейчас, друзья, сейчас мы рассмотрим. Вот это СПБ. 1900. Так какая это СССР? А это царская, Миха. Царская? Да, СССР. Вижу, СПБ. СПБ. Это Санкт-Петербургский. 1900. Какой? Сейчас. Третий год. 1903 год, одна копейка. Миха, я тебя поздравляю. Будешь снимать на ТикТок? Давай. Вот это да. Что там? 65. Вот смотрите, а ну, подожди. Все, сколько показывает? 52. Последний. Смотрите, вот здесь консервная банка, вот здесь монета. Только нет, что. Здесь пуля, там монета. А вот здесь... консервная банка, вот здесь. А что было здесь? Гильза. А вот, вот монета, точно, я уже перепутал. А ну еще раз здесь. Я уже ушел вперед, а Миха никак не может отойти. Так. Сейчас я проверю. О, все, я уже, все, молодец. Вот здесь. Ну, давайте. Ходили-ходили по лесу, вообще ничего не было. Здесь, а ну, кучу ту. Все, выкопали. Сейчас мы найдем. Камеру у нас. Вот, проволоками. Это обычная алюминиевая проволока. Какой 73-й? Чего 73-й? Ну, вот эта банка, ты говорю. А, 79-й. Консервная банка, да. А ну, проверь еще. Все, закапаю ямку. Проволока у нас обычно. Миха, ты меня удивляешь. Мы не можем, короче, с этого... Я уже опять вперед пошел, даже еще проволоку. Сейчас, секунду, я проволоку уберу. Так как... Ну, тихо, все. Сейчас посмотрим. Давай, показывай, где Ильза. Подожди. Вот тут, да? Да, 75, отойди. Отходи. Вот, смотрите, где, что здесь было? Здесь консервная банка. Консервная банка, и возле банки, просто-напросто рядом. Гильза. Мы не... Ну, чему мы удивляемся, Миха? Туристы. Руссо-туриста, облика в мурале. А я не могу, мы не можем с этого места уйти. Что это у нас? Донецкий винзавод. Он показывает. Пробка Советского Союза, Мих. Вот так. Консервная банка и рядом пробка. Ну, правильно. Выпили, закусили. А чё? Вот, Миха. Тушеночкой. Да. Баночкой. Донецкий винзавод. Ладно, продолжаем. Вот так вот.
Иду. Сейчас твоя нога, там и какая. Где? Вот тут. Вот здесь? Да. Вот тут? Да. Убирай. У Мишки сигнал очередной. А какой, что на ВДИ было? Проверяй. 75-42. Нет, еще не достали. Значит, глубже что-то. Или промазал. Ну, может, да. И промазал. Ну, бывает. Проверяй. Все, нету. Все, достали. Очередная гильзами. Да, тут что-то серьезное было. Не, ну как, война проходила. Гильза, друзья. А ну проверь еще, может еще что-то есть. Сейчас, секунду. Пусто? Да. Все, закапаю ямку и пойдем дальше. Тем 68. Угу. Вот здесь? Да. Убирай. Да. А ну, проверь яму. Не-не-не, хорошо проверь. Ты так. Не так, не так. В яму не надо. О, чуть-чуть, походу, промазал я. А ну еще яму проверь. А ну тут кучу вот ту. Все, выкопали мех. На, еще одна гильза. Я говорю, что серьезно. А это уже... Маленькая какая-то. Это, наверное, с пистолета. Не знаю. Давай. Ну, если маленькая. Ну, тут боевые действия были. Может, и пистолет. Я не знаю. Это, может, кто-то нам подскажет, кто-то разбирается. Я не разбираюсь, если честно. Да, мигар этот американский. И главное, не взять китайский. Есть вот. Похожие. Давай, ты проверь еще, то точно скажи мне. Вот так нужно, смотри, нажимай. О, вот тут самый большой звук, все убирай. Американцы умеют делать. Китайцы пока еще не научились, проверь. Вот там, все, достали. Смотрим, что на этот раз Миха нашел. А, вот Мих. В общем, консервная банка была. А это что? А это пачка сигарет. Сейчас даже скажу, какие. Да. Не скажу, они уже распались, наверное. А, не, Винстон. Это современное, я думал, это СССР. Нет, это Винстон. Винстон. Мягкая упаковка. Курить вредно, Мих. Все, закапаю ямку, пошли дальше. Ну. 91-95. Ты мне точно покажи цели где. Чуть назад отводи всегда катушку. Держи кнопочку эту. Все, вот здесь убирай. Оп. А ну проверь яму. Проверь. Все, сигнал не поменялся. Думал, поменялся сигнал. Вот это если крякает, так это значит черный металл, Мишка. То а крякает, когда... то пищит. Ну, значит, что-то такое. Непонятно что. Мусор какой-то. На, мусор. Монета. Какая? А ну, читай. Сейчас. Давай. Так, это, наверное, тоже СПБ, я уже вижу. 1872. Царская? Да, 1872. Лайк. Продолжаем? Правильно, вот не спеши. Нужно, чтобы катушка перекрывала. Сколько показывает? 76, 75, 70. А ну, определи, где цель точно. Все, убирай. Сейчас проверишь. А ну проверь яму. Кучку тут. Все, выкопали. Выкопали мех.
На, сам бери. Я уже вижу, что это. А я не знаю. Монета, друзья, очередная. На. Тоже, наверное, из ПБ. Давай, а посмотрим. Украинская. Могу, конечно. Украинская. Да ладно. 1992 год. 92 год, а номинал какой? 50 копеек. 50 копеек. Ходячка Украины. Посмотрите, какого цвета она. Такие монеты редкие, кстати, можно посмотреть. 92 год, да? Ну, 92 год, там бывает герб, торчит вот так. А, ты в курсе, да? Да. Ну, надо посмотреть. Все, значит, мы проверим. Молодец, Миха, красава. Монетосик у нас. Погнали дальше. Самый яму закапываем. Ну да, но я так сдалека не увидел. Думал, опять царская. Не, на этот раз грибники потеряли. Продолжаем. Вот сейчас до дороги доходим. И уже сюда тропинки, вернее. Ну вот, друзья, сегодняшний выход у нас с Мишкой. Значит, как вы видели, мы достали вот такую консервную банку 79 года выпуска. Донецкий ликероводочный. Пробка СССР. Это с той же оперы. Советский Союз, скорее всего, алюминиевая проволока. Пивная банка. Пачка с-под сигарет. В этом. Вот здесь она. Значит, три гильзы и пулю. Не знаю, от чего мы нашли. Ну и Миха нашел вот такие монетки. Две царские и одну Украина 92 года. Царские, конечно, состояние совсем не очень. Ну, попробуем бросить их, да? Ну, видно на них какой, вот что. Да. Ну, давно лежат, понятное дело. Вот такие у нас находки. Мих, ну скажи впечатление свое от прибора. Удобно? Наверное, самый лучший для меня. Да. Он как и для регулировки, и все. Четко подходит. Четко. Все, нам нравится приборчик. Будем ходить дальше им еще. Будем тестировать. Ну все, друзья. Будем прощаться. Вот такие у нас находки. Дождик уже какой день не перестает. Если получится, завтра еще выйдем, да? Да. Походим, поищем. Все, что найдем, обязательно вам покажет. И вы ищите, друзья. Кто ищет, тот обязательно найдет. Все, пока. Всем здоровья, всем удачи. Пока. До новых видео. Друзья, вот возвращаемся уже домой. Только раз. И находочка у нас, смотрите, какая. Джин, там джин, папа. Да, джин, сейчас посмотрим. Я открываю одну. Опа. Смотрите, какой. Смотри, чайничек. Смотри. Ух ты. Ну, такая у нас находка, друзья. Все, Мих, сейчас мы его заберем, давай. И выбросим вместе с консервной банкой. С банкой из-под пива. Весь остальной мусор. Ой. На, поднесешь домой. Подпишись вот сюда. На вот это.